Нам надоело, что кошачий туалет стоит у нас в туалете. Туалет в туалете. Причем это гостевой туалет, и, наверное, гостям это тоже не совсем приятно. Несмотря на то, что запаха от него нет, поскольку Боря убирает его 2 раза в сутки. Но все же это выглядит не совсем эстетично. Поэтому мы решили избавиться от, догадайтесь, кота, туалета, Бори, боже упаси, гостей. Какие подарочки здесь, кошмары какие оставил нам. И вот дочка подарила нам вот такое устройство для приучения кота к унитазу с несколькими разными насадками. Обучение проходит поэтапно. Первый бренд. Красненький. Для начала мы будем насыпать сюда на полметра. Сначала наша котаушка привык к этому месту. Смотри, тебе нравится. И так это будет 2-3 недели. Мы это все водружаем рядом с унитазом. 2-3 недели гостей не зовем. Убирать надо будет как минимум сразу после, как он сходит. Это легко. Кошмар. Давай, ищи. Как тебе твой туалет ищи. Новый? Никак не покакаешь? Все плохо? Тебе совсем не нравится кошмарька? Нет, никак? Молодец, кошмарька, молодец. Он пописал. А, если пописал, то все хорошо. А он лег там. Он не может примоститься там. Он говорит, я не помещаюсь. Ты пошел жаловаться Луночке? Что, мамонька, ты потерял туалет? Да, вот он тут. Вот он тут, кошмарька. Иди сюда, иди, я тебе покажу. Иди, вот твой туалет. Да, давай, давай, это твой туалет. Я не буду подсматривать, не переживай. Луночка тоже не подсматривает, не переживай.
Пахал. Кошмаричек. Молодец, кошмарик покакал. Умница, умница. Умница, кошмарика. Умница. Еще попробуем, еще попробуем. Смотри. Ну что, он опять не покакал? Умница, молодец. Давай, давай.
Пусто. Не то. Молодец, умница. Давай, давай, пошмотри, садись. Ну, ты красивый тут, конечно, смотришься неплохо, но унитаз все-таки там. Ну, я же сказала, красивый. Что ты проверяешь? Кошмарик, писать там. Угу. Какой ты молодец! Кошмарька, ты целое море написал. Слушай, я столько не писаю. И вот заметьте, когда кот какает, он сидит как бы по центру унитаза. А когда писает, то присаживается на самый краешек. Молодец, кошмарька. Умница, кошмарька. Умница. Кот покакал, никого рядом не оказалось, чтобы убрать. Решил убрать сам. Как убрал, так убрал. Точно знает, чем убираем. Перчаточки только не одел. Та-дам, та-дам, та-дам. Вот этот день настал. Мы переходим к последнему этапу. Та-дам! Теперь кошмарик будет писать, какать, как большой, прямо на унитаз, на свою сидушку. А человеческая сидушка может опускаться сверху. Вот, пожалуйста. А можно убрать ту и опустить эту. Кошмарик, ты ничего не перепутал? Давай. Ну, другое дело.